совет директоров. К сожалению, вопрос жизненно важный для нас пока не прошел. Что у вас есть сказать по этому вопросу? Я надеюсь, что все-таки наш вопрос по общественному питанию будет включен в повестку дня. Если не в декабре, сейчас уже, понятно, уходит время, то на январской сессии обязательно будет включен в повестку дня. Потому что, считаю, из всех 12 отраслей, которые были на начало этого года в реестре особо пострадавших отраслей, общественное питание сейчас находится в самой сложной ситуации. Почему в самой сложной? Потому что именно общественное питание, с него именно сейчас еще не сняты ограничения, и они продолжаются все больше и больше. Поэтому считаю, оно особо пострадавшее. Как в других регионах обстоят дела? В других регионах практически, наверное, на сегодняшний день уже 60% регионов приняли решение о снижении налогового давления на общественное питание. Об ограничении времени работы какие регионы и как приняли решение? В ограничении времени работы разные есть программы в разных регионах, да. Но многие разрешили до 24:00 и разрешили работать 1-31. Подход, конечно, разный. Все исходят из ситуации с заболеваемостью. Получается, у нас один из самых жестких таких подходов. Ну, наверное, да. Спасибо.